Раз! 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 Выходные все проводят по-разному. Кто-то сидит дома, кто-то ездит в торговые центры. А ребята и девчонки из разных школ и клубов Ленинского района собрались в Березовой роще, чтобы помериться силой и выносливостью. И весело, и полезно. Вы сегодня покажете свою ловкость, смелость, умение и, конечно, свой патриотизм. В наше время сейчас многие дети привязаны к компьютерам. А такая игра все-таки, наверное, дает им новые какие-то ощущения, открывает новый кругозор. Тут соперничество, дух, хочется проявить себя. Но главное не победа и не демонстрация силы, считают молодые бойцы, а укрепление единства духа и патриотизма. Мы являемся настоящими патриотами нашей Родины. И сегодня, в этот утренний зимний день, мы решили провести его с пользой. Показать то, что мы действительно хотим, мы верим и идем к победе. Очень здорово сплочение вот этой команды, дух командный. Я вот такие мероприятия лично люблю сильно очень. Марш-бросок, метание снарядов, оказание медицинской помощи. Ребята должны показать свои умения на импровизированном поле боя. Со своей задачей юные бойцы справились. С такими патриотами за Родину можно не беспокоиться. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.